Дорогие земляки, для вас новый магнитоальбом Гарика Кричевского «Привокзальная». Где бы вы ни жили, куда бы ни забросила вас судьба, пусть эти песни свяжут вас крепкими узами тепла и доброты. На привокзальную сегодня я пойду. Возьму бутылку водки, чтоб накатить по сотке с дружком прощальную. Sergeant, fire up those machine guns. Возьму бутылку водки, чтоб накатить по сотке с дружком прощальную. Помянем прошлое за все хорошее. На стеночке для светки рисуют малолетки рисунки кошки. На стеночке для светки рисуют малолетки рисунки пошлые. Давай быстрее, брат, налей за бизнесменов и врачей, за музыкантов и воров. И участковый будь здоров. За тех, кто с нами был всегда, кто помнит наши имена. И за девчонок, что порой нас увлекали за собой. Рано белый хлеб, пусть будет так у всех, чтоб не назад к печали, чтоб только не стреляли, все остальное смех. Чтоб не назад к печали, чтоб только не стреляли, все остальное смех. Споем за сто, еще застойные. Друзья по свету мчатся, им на чужбине снятся подруги школьные. Друзья по свету мчатся, им на чужбине снятся подруги школьные. Удака. Спасибо за голову. Музыкантов и ворот. Участковый будь здоров.
Прикольно, прикольно так. Здесь было весело, надеюсь. Вот. Спасибо за подписку. Thanks for the follow. Я не знаю, что там было. Я такое услышал уведомление. Вот. Вот еблан, кстати, быстрый. Повезло. Да, ебобаный, но чё ты подел... Ну, я точнее нашел как, чтобы он перестал быть ебобаным. Сначала задушили, сказали, бля, я не хочу вот такие страты. Это вот ломает игру. Вот в других Call of Duty такого нету. Поэтому вот мы вот эту категорию... Сделаем отдельную категорию для такой страты, и вот не будем ее бегать. Поэтому приходится вот рандомчик крутить, рулеточку. Поделать, блядь, великие вестерны и их традиции бегать, блядь, код 4, там вот это вот все. Бля, чё за хуйня? А. Понятно. Спрятал, притаился. Ничего, мы чекаем, мы почекаем, я потерплю. Мне нравится. Не сделал. Да. О, как все плохо. А, похуй. Зачем? Мы учимся, учим, бля. И сейчас эта хуйня сохлопнет.
Я уже думал софтлокнуться. И часто снится за колючкой. Или софтлокнуться таким. Понад, блядь, стой. Вот. Короче, это максимально хуёво. Где-то поебалось, куд 40, 45. Hi, chap. Doing your, hoping you're doing okay. Yeah, it's Scott Juan. Not a very good game, but whatever. Oh, that's nice. Yeah, Mafia 1, the classic. Cool. I wanna play it as well. Like, I've got it on Steam, but never actually played. Oh, bug. Maybe I'll even drop in to see how you're doing. If I have the electricity or free time. Yeah, the OG all the way. I mean, Definitive Edition is not bad as a game, but it's different, you know what I mean? Not great, but whatever. The biggest problem is that I have limited electricity for today. So, like, I had today like 7 or 8 hours without electricity. It was kind of hard, but yeah. I can read some books or whatever. Yeah.
Well, yeah, that's true. So, and it will get better because other guys are working on repairing the stuff. So they say if there will be no more like challenges of the system, then we will have like no limits in August and after August as well. But I don't know about the winter. The winter can get kind of hard. We'll see. Yeah, that's nice. That would mean more streams, maybe. Yeah, same. But I mean, if you live for like more than 2 years, you kind of get used to everything. Yeah, I still am. I mean, they're not drafting unless you're like 25. So I've got like 5 more years to live. And maybe to see the end of the war. So it's not all that bad. Yeah, thanks. We'll see how it goes. I hope it will be okay, but who knows. At least I can stream for now, so it's okay. And I can even like studied in the university, so life is not that bad. Okay, he's kinda fast. That's good. Yeah, he's actually super fast. Nice inventory. I think that's like almost the best outcome you can get. I mean, yeah, that's true, so I'm not bragging. Yeah, I'm not. Better kill the guy. Thanks for the ammo. Yeah, technically I could like scare them with the grenades, but I could get the friendly fire thing, so I don't want to risk it. Yeah, well, I'm just getting used to the game of the category, so not. There won't be like any good stats in this. Fuck, you got staggered.
мои осенние цветы. Город, здравствуй, двор мой, здравствуй, ветер, скром деревьев, листья косят из подъезда. Отправляются по барам, ты не думай, я не пьяный, все в порядке, а гречка. Сердце полно загадочной любви. Моя знакомая живет на Бессарабке. Нас разделяют километры и года. И я ношу в своей потрепанной тетрадке лишь для нее понятно. Киевлянка, киевлянка, киевляночка, ни путана, ни воровка, ни цыганочка, а просто украинка. Киевлянка, киевляночка, строптивая. Я здесь бурлящего вокзала. Мой чемодан, ребята, навсегда. Осталась у меня одна гитара. Сиренье, я в крутой руке. И я пошел туда пешком на Бессарабку. Пустой, и не было ничего, кроме любви. Украли все, даже старую тетрадку, где для нее писал какие-то стихи. Киевлянка, киевлянка, киевляночка,
строптивая. Thank you.
Фонтана отбивались от ментов, и теперь у капитана наше дело 6 томов. У трубы собрали сходку, говорили за стрельбу. Видно, кто-то дал наводку на лиманскую шпану. Стоп, засада, вот так идти не надо. Лучше дома перейдем, мама будет рада. Лучше дома перейдем, мама будет рада. А сапожник дядя Физя живет, башмаки по нитам чирит, ну а денег не берет. Но при обыске у Изи подполковник Сабодаш обнаружил 3 иконы из музея Эрмитаж. Стоп, засада, вот как тут идти надо. Лучше дома перейдем, мама будет рада. Лучше дома перейдем, мама будет рада. Слободки дед Матвей мякиш хлеба бросит влево, а направо кошка. Кушай, птица, кушай, чай не в КПЗ. Стоп, засада, и так шутить не надо. Лучше дома переждем, мама будет рада. Лучше дома переждем, мама будет рада.
I'd not just voted what I thought was better. You guys deal with it anyway, it's not like my vote gonna change much. I'm just... It's just weird that no one actually like got around the thing that you should add milliseconds and stuff. It's just the common sense, I don't know. Wow, okay. It actually kind of does make them uglier, but that's not the argument, I agree. Not at all. But yeah, the fight for milliseconds, I guess. You gotta earn the right to be able to add them. Yeah, I get you, I feel you, but yeah, it's kinda crazy. It should go. Yeah, could be. I mean, mods do get to be like that sometimes. Maybe. You have a good mod for COD 1 and COD 2, so why not? Maybe, no. Well, yeah, I gotta reach a point. But I don't know if you can actually like manage to get the mod for yourself without doing the drama thing and contacting the admins of the site, of the website, so I don't know. You are? I thought you unmodded yourself like some time ago. I see. Yeah. Okay. I mean, Nehizo does quite a bit of work, but
I don't follow like COD 2, so I don't know about like new runs and stuff. Maybe that was sort of late, but okay. Not bad, not bad. It's like 10, 10, 20. I could upload that as a second place, maybe. Yeah. Wow. Yeah, that is. That is a little silly. I actually didn't know you could do that. I thought it was super mod, like. I know that super mod can, like, make a super mod, but not, like, get it permission. I thought you have to be, like, made. I mean, Golda made me a super mod at some point of that one. And Kluger might be a super mod of LV2. That's funny. Kinda slow. Well, a new page in your book of speedrunning. Oh, fuck yeah. Guy never blocked me before. Fucking crazy jump. I need to practice that one. It was like 10 seconds. I've just been bad and fell in the jump several times.
I think they tend to block you more than higher FPS. That's funny if that's true. That's bad. It's really cringe. I'm doing a very slow way. I don't think it's gonna be even sub 140. I'll be completely honest with you. Как обычно, бля, 5.47, пиздец. 5.47. It's so bad. Класс, клоп. Заебался, что от жизни такой. Играю хуёво, как будто впервые игру запустил. А у тебя как дела? Колда руина, да, 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 все руина. ИВЛ руина, колда руина. Урина, я бы сказал, блядь. За меня у Бога где-то попросили. У меня сегодня на душе весна. Должен, блядь, 1.36 ставить, мне кажется, это 1.46 будет ран. Я просто на каждом сплите плюс 10, плюс 15. Нормальное время. Привет, Мазякин. Да, это пиздец, Ниран. Ну, ебать, на турбулентность его походит. Ну видно, что собрались люди в чате, которые умеют играть в игры. Я-то уже все, блядь, скуф нахуй.
и подаются орехами изюм. У Мустафы в раю. Ладно, ну. Еще поставишь лорочки во всех играх. У тебя-то все впереди. Весело, пиздец. Ничего, сейчас раскрутится игра, сейчас начнется советская кампания, я буду терять по 3 минуты на каждой миссии, мне будет очень весело. Так, ну вот как нахуй, 5 секунд я просто проебал, просто потому что мне вот не повезло. Блять, автоскроллер ебучий, тут вообще ничего нету, блять, ну плюс 5, просто иди нахуй. Может, мне игра медленнее работает, ебо. Ну, впадло чекай, сколько там у Клугера. Ну, мне кажется, где-то на минуты 2 отстаю. Ну, щекнуть, сколько у него там, или вот это вот, Айфилд, или вот Battleship Tiffits.
не важно, что там. Четыре секунды отстаю. Вау! Вау! Ебать, хуйню творил весь ван, пиздец. Ну, он очень сильно проебался на ракете, у него там 40 секунд, по-моему, если не больше. Но я не смогу не проебать больше, чем 40 секунд от него вот на вот этой вот всей хуйне. Так я ебу, блять. Я знаю, что я проебал очень много времени на хуйне всякой. В идеале я должен сейвить еще гопу сдать. Чё тут кау, блядь, играть? Спасибо за блок, блядь. Блять, сука, высокий ФПС, и нахуй. Отряхну плач. А я забыл куда тут идти. Ладно, я на дамбе обосрал туда точно, я дамба очень медленная. Так, блин. Твои глаза, блять, на экране. Сука! Поинс. Пусть. Это очень плохо. Пусть она не знает в жизни горя. Помнишь, для нее мы рисовали. Мир, где нет разлуки и печали. О любви не говорят. Но не скрыть ее глазами. Мне шепталось. Тут еще может рандомно очень сильно похуярить. Лепестками. О любви не говорят. А ласкают нежно руки. И чтоб не было разлуки. О любви. Свои надежды. Я
хочу, чтоб было. 12 секунд остаешь. Ну, бля, обидно, да? В теплом небе отдыхают звезды. Он может вообще окно. Хотя не, он вот не делал окно в том плане. Похуй. Если бы я первым раундом его заснайпил, это было бы слишком. Не, не пробовал. Не, точнее, пробовал. Я где-то один раз ее прошел. Я, по-моему, начало выучил. Первые, ну, советскую компанию как раз. И все, а потом я хуй забил. Ну, это хорошая игра, там Мэрик понаходил, блять, хуйни. Эй, блей, вочевать меня пусти. Хорош, спасибо. Там, ну да, это один из самых тяжелых ванов, если делать все энд-страты, так сказать, если вот прям ебашить все страты, которые уезжают Эрик на Вуэре, там реально пиздец. Но, в принципе, можно не все юзать, можно юзать то, что вот можешь. Там вот много именно пресса и скипов на тяжелый мувмент. Всякие прыжки, блять, ООБ, бэхоп и вот это все говно. Да, рано интересно, но тяжелый, насколько я знаю. Плохо. Сейчас посмотрим, критическое или не критическое. Мне этих, блядь, 20 хп может не хватить по этой скипа. Ну да, да. Времени еще дохуя. Пустите, блядь. Пустите. Да пустите, ёб вашу мать, блядь. Да чё за хуйня? Я долбоёб. А, не пустят, да? Нет. Да ёб, блядь. Ебать вас говно, но. Что за несправедливость? Хуёво. 43. С хорошим роддомом, блядь, 43, потому что меня не хотел. Хотя я просто забыл куда убежать, но все равно. Ну чё, в следующем ране, ну, сделаю 4.15. У него, скорее всего, там 4.20, блядь, какая-то ебаная. Это называется Glitchless Push на OB New Game. Не New Game Plus, а New Game. Потому что душат, что глитчей мало в игре, но 21 секунду, пиздец. Душат типа что. Технически выход OB это вот не глич. Да.
Я такой, ну тогда сосите хуй, будет Glitchless плюс но ОБ. Потому что по факту ОБ-шек выиграет уже больше, но это условно не глич. Я не глич. Сейчас буду 31 секунду отставать, если что. Не переживайте, малютки. У меня проблема, я плохо игру чувствую, то есть я втыкаюсь во все стенки, втыкаюсь во все это, у меня нету практики просто. Я мозга не понимаю примерно, что делать, но вот руки вообще еще не дошли. Мне кажется, у меня иногда не работают блять клавиши движения. Клавиши страйфа. Да, кстати, не так уж и плохо. Но где-то на уровне сыграл, может, секунду две пройдем. Блять, чел не хочет умереть, блять. Пиздец, я не знаю, как я с этим хп сейчас буду проходить. Это такой, такой пиздец сейчас будет с этой скамы. Готовьтесь, малютки, блять. Не строй, блять, не нахуй сюда. А иди нахуй, гандон, блядь, вы видели, блядь, через полкарты ебанул просто, пиздец. Я его маму, блядь, в кино водил. Хуила, блядь. Не забудь, блять, импульсовок взять. Гандон. Блять, втройне гандон. Понятно. Извиняюсь, блять.
Он все еще живой, кстати. Да, спасибо. 26 секунд. Ну, кстати, всего 5 секунд выбрал. Его там. На самом деле, меньше, чем я думал. Так бы, кстати, наравне с ним шоу, если бы не ёбнули, блядь. Он сам. Я на самом деле неплохо прошел в предыдущих уровнях. Пиздец хуёво. Сука, ты ебан вообще попасть не может, блядь. Спитфайр, что за говно? В итоге патронов вообще нихуя нету ничего. Кстати, я почему-то уверен, что у меня очень охуенное время. Ты, блядь, еб... Что нахуй? Алло? Алло, можно я... Бля, я... Продвину правило, что надо... Капнуть рубище в КС, блядь. Это пиздец просто. Я буду играть нахуй 125. Играть в Unlimited это дьяволу подобно. Или просто висинки ебанусь и буду в 144 левить. Кал, блять, вонючий. Пиздец, 29, блять, тоже 10 секунд проебал на хрену говне. Блять, 27, окей, смешно, блять, что он тут тоже проебался. Ну это означает, насколько у него хуёвый ран. Типа я проебал 10 секунд, и от него всего одну. Так, по-моему, тут, двое тут и тут, по-моему. Или нет, тут и тут. Я что-то еще с DPI ему, но очень какой-то странный. То есть он тугой, а вот тут он просто пиздец, как будто нахуй, не знаю. Музыка имба, да, согласен. Не попал. Без меня так быстро повзрослели. Я не попаду нихуя. Ну ладно, пофиг. Можно по приколу бросить. Попал, блять. Так чмо. Вот откуда ты тут нахуй появился, братан? Я в эту жизнь свободную влюбился. Дави на газ, водила дорогой. Ведь человек, как два часа, освободился. А черешка в мамином саду. Как невеста, юная. Короче, тут тоже новая старта, за счет которого я, наверное, спасу немножко времени. Раньше мы тут ебашились, там убивали врагов, ебашили это все, но сейчас можно просто это... Мне бы еще МПС-4 достать было бы очень плохо. Я ее слышу, но я ее не вижу. Господа хорошие, вы без МПС-4. Самое сложное... Довольно Black Ops 3. Мне кажется. Если тоже плохая инсталла там брать. Но это не факт. О, привет. Я тебя искал.
Если из мейнстримных, то, наверное, код 2. Не приеду я в этот город вновь. Не увижу я первую любовь. Разделяет нас океан. Привет. Где же ты, моя Таня Джан? Разделяет нас океан. Привет. Самая простая — это МВ2, на самом деле, мне кажется. Может, не в плане самая простая, чтобы взять ВР, но вот простая в плане, вот нет какой-то ебалы ёбнутой. Здесь меня не ебнул за эти 2 минуты, пока я проверил кое-что. Где-то далеко, на краю земли, я не знаю, что вспоминаешь ты. Может быть, далекий Сиван. Где же ты, моя Таня Джан? Может быть, далекий Сиван. Где же ты, моя Таня Джан? В этой легче, ну пусть знает, может быть. Я что-то не осилил, я пытался учить, но я, по-моему, тоже где-то залип просто. И... А не то, что сложно, но какая-то, не знаю. Ну ёпт, нормально, блин. Блин, это дело, блин. Они ведь успавнятся. Я слышу, блядь, я не могу ещё. Тут кал, большой, просто огромный кал. Честно, блядь, не попал ни одну ночь.
Придется мне сюда зайти. Ну, это плюс 10 сразу. И опять, у меня просто вот точность МП-40, кто-то порезал, блядь, на процентов 40, я просто ни во что не могу попасть. Они мне попадают на лету. Как восточная ночь, прекрасная. Ужасно. Уже должен был давно уровень закончить. Плюс 15. Как я, блядь, не долетел до этой балки? Ебать, это было быстро! Шо ты, Клугер? Плаки-плаки! Я сейчас опережать буду. Привет, Крайн. Терпи! Выкиньте кто-то в чат, пожалуйста, терпи. Награду терпи, не надо Крайна отправить. У меня руки заняты. Привет, привет. Терпил, молчи, блядь. Спасибо. Терпи, ёпт. Твое дело терпеть. Ты родился, чтобы терпеть. Ты терпишь, ты будешь терпеть. Ты генетическое терпение. Ты будешь терпеть. И не верится. Мне не верится. Что опять вернулся? Я к тебе. Как я 2 секунды высадил? Плечи белые. Ладно, хуйня. Опустишь глаза. Ну, с моей сенсой сейчас будет очень все плохо. Окей. 15 секунд запас. Ну, вот он сейчас тут, мне кажется, уйдет. Все, по факту ничего не осталось. Может только рандом на этом бункерах мне плюс 20 выпишут. Полиция скорости, так сказать. Но тогда я думаю, я на последнем двух уровнях засейвлю нормально. Но это, конечно, смешно, ладно. Эрик, учись, так проходить. Вот тут на Вэре в Ани Паценте собрал просто все панцерфаусты. Не моя вина, твоя. А потом пойду. Вот так. Где мальчик? Вылетай.
Обидно, да? Так зло. Ну это не слишком медленно, то есть танк, по-моему, чуть-чуть типа стопается, когда в тебя прилетает. Не сильно. Поехали. Сейчас, по-моему, тоже должен запас быть. Под The Falls, типа в PUBG. Ну, блядь, это хуйня, которая ракетница. Я не был, я не играл в PUBG. Мне 100 лет, блядь. У меня будет где-то сколько, минут 10 на финальную кампанию. Ну я где-то на минуту могу обойти. Если у меня не будет большой таймлосс. Рано, да? Не, нормально. Вот не очень хорошо. Нас бля, он так хорошо прошел танки. Я думал, у меня танки хорошие. Я думал, у меня запас секунд 30 должен быть. Ну окей. Вау. Я тебе расскажу, что спасения нету. Что спасение? У меня 17 секунд запас, может прийти со мной секунд запас. Я расскажу. Если мне не повезет. Превратиться, окей. По-моему. Маленький превратиться, окей. Хотя поплохо, поплохое. Как он так быстро, блядь, прошел, не верю, сука. Но я держусь, пойти не привыка. Вчера травы приступа. Как мы сегодня будем отмечать?
никакой не принес. Там голд. Нет, тоже голд. Сейчас критически моя экрана, блядь. Добежать, блядь, и забрать все. Без того, чтобы взорвать. Не надо. Не надо. Попал. Попал. А если я миллион не дождусь, так это только к лучшему для нас. А за решеткой небо синее, покрылись ветки белым инеем. На непутевом нашем острове опять настали холода. Не подогреют, не развалимся. Не спавнил? Если бы не респавнил, то был бы очень печальный конец раны. Моя фартовая звезда. Так, надо не забудь гранату кинуть сейчас. Тоже критическая может быть. Как он, блядь, там делал? Моя фартовая звезда. На лестнице будет не будет. Не будет. Ой, не очень. Теперь вообще не, ну ладно, теперь очень. Все еще очень не очень. Пожалуйста, блядь. Вычитает вайдером. Нормально. Их. На минуту должен обойти, минимум. Может уже 5-6 будет. Да, блядь, с таким хп... Сука, ну вот как? Ну вот как, блядь? Нахуй. Блять, ну это пиздец. Вот этого сейчас пиздец будет. Мне сейчас пиздец не повезло просто. Мне сейчас просто это самое, это пиздец. Ну ж, блять, а все нахуй, он мертв. Диван is fucking dead. I got the saves come my way out of this. Просто пиздец, блядь! А ты красавец. Еще я не успеваю на 15 цикл, да? Да, охуенно. Прекрасно, блядь. 3.20 Берлин, блядь. Спасибо. Я неправильно сыграл. Много.
Шелка. Охуеваем! ГГ. VR, господа, это